Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые наши постоянные зрители, здравствуйте, уважаемые те, кто смотрит нас впервые. С вами интернет-магазин Happy Things. И мы продолжаем цикл видеоответов на вопросы тех, кто интересуется техникой, выставленной в нашем магазине. И сегодня мы будем обсуждать очень важный вопрос, а именно, взаимозаменяемы ли фронтальные насадки на миксеры с Mac и Kenwood. Собственно говоря, когда эти миксеры впервые попали к нам в руки, мы сразу обратили внимание, что гнезда под фронтальные насадки у них очень похожи. Сейчас мы это продемонстрируем. Вот гнездо под фронтальную насадку на миксере с Mac. Вот, посмотрим поближе. Вот так вот оно выглядит. То есть, как мы видим, как вы можете наблюдать, это пластиковые выступы, за которые вот здесь и здесь, образующие пазы, в которые входят такие же похожие выступы на насадке, и шестиугольное гнездо, в которое вставляется вал насадки. Теперь посмотрим, что под крышкой гнезда насадки Kenwood, и обнаруживаем почти то же самое фактически, то есть точно такие же выступы и пазы, точно такое же шестиугольное гнездо. И нет, на это обратили внимание не только мы, обратили внимание и многие из наших зрителей, и из наших клиентов. И начали нам задавать вопросы, а взаимозаменяемы ли эти насадки. И мы для этого решили проверить эту гипотезу и взяли насадку с Mac для раскатки теста. Мы ее, кстати говоря, обозревали в одном из наших предыдущих видео. Если кто-то заинтересовался, пожалуйста, открывайте, смотрите этот обзор. И мы решили поставить ее на этот раз не на миксер с Mac, на который мы ее ставили в том обзоре, и вы это можете увидеть, а решили попробовать поставить ее на миксер Kenwood. Что ж, давайте, так сказать, не откладывая дело в долгий ящик, это и попробуем сделать. Берем насадку. Ставится она. Попробуем ее поставить точно так же, как мы ставили ее на SMAC. То есть вот так вот совмещаем пазы с выступами. И задвигаем до упора и поворачиваем против часовой стрелки. Так, вставилась она как родная. Как мы видим, соединение получилось очень крепкое, миксер колеблется, трясется вместе с насадкой. Что же, попробуем включить миксер. Так. И насадка начала крутиться. Вот да, вы видите вращение. И, как мы видим, насадка отличным образом работает. То есть без стука, без скрежета, она все с ней хорошо, она не трясется, там не вибрирует, не сотрясается. Все отличным образом работает. Соответственно, делаем вывод, что конкретно насадка с Mac может использоваться с миксером Kenwood. Подтверждено. Тем не менее, друзья, небольшой дисклеймер, потому что это все-таки является недокументированной особенностью миксера и насадки. И поэтому наш интернет-магазин не несет ответственности за возможные последствия использования миксера одной фирмы с насадкой другой фирмы. Как в течение гарантийного срока, так и после истечения такового. И для миксера, и для насадки. Вы это используете все на свой страх и риск. Наше видео подошло к концу, но у нас будет еще много видеоответов на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, задавайте эти вопросы в комментах, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам что-то не понравилось, но, пожалуйста, опять же, поясняйте в комментариях, что именно вам не понравилось. Конструктивную критику, как положительную, так и отрицательную, мы приветствуем, потому что она наше видео помогает сделать лучше, потому что мы работаем для вас. До свидания и до новых встреч. Всего доброго.